Пацаны, всем привет, с вами, как всегда, Сергей Резниченко. И знаете, куда мы едем? Мы едем на Восток 4, это в Черкесске мы находимся, чтобы отполировать мои задние фонари. Потому что стиль же должен быть. Музыка есть, все есть, внешние задние фонари что-то как-то не очень. Как у нас вон, смотри, сколько машин. Просто, блин, отбоя нет. Это нормально. Это все нормально. Сейчас, короче, надо бокс найти. Полируют, говорят, очень хорошо. Что мы и опробуем сейчас. Потому что задние фары очень ужасно выглядят. Очень ужасно выглядят. Надо уже нормально сделать. Чем новые покупать? Новые стоят зеркала только 900. Так проще, блин, за 300 рублей отполировать. Или зачем фары менять? У меня фары хорошие. Фары тоже, блин, стоят нормально, блин, там. Почти 200 где-то. Семерка четкая тоже. Все, пацаны, сейчас уже дальше увидимся в этом. В боксе, короче. Я Рустам аж сливаю постоянно. А? Его приору, да. Он мне посоветовал уже себя, дал мозг. Я сейчас говорю, Рустам, кто у нас нормально полирует, говорю. Он сразу номер дал, говорит. Я ему вечно полирую. Вечно достает. Состоит. Супер. Ну помоешь ты еще. Ну да, да, отобью их. Угу. На мойке. Там по-другому стало, да? Ну, сразу вид хоть. Машина уже съезжая стала. Ну. Что пара. Ну, пацаны, я уже протер. Зацените итоговый результат. Кто-то там писал то, что они дешевые, там типа на разборке задние эти фонари. Ну вы попробуйте купить их. Один фонарь стоит 1200 где-то. Ну короче, в районе 2000 новые, это если вам повезет еще прикупить. А так я их отполировал за 200 рублей. Я считаю, что неплохо получилось, чем было до и после. Но разница колоссальная, я считаю. Вот, дальше мы ставим выхлоп. Посмотрим, как будет, получится или нет. Вот. Ну и дальше уже, кстати, эти бархатки надо поменять. Я уже нашел. Спасибо, то, что вы писали мне, где их можно найти. Там в магазинах, говорят, продают. Ну, в общем, надо их тоже поставить, и будет вообще все супер. Ну, а так, пацаны, честно, я очень сильно доволен. Кстати, вы выхлоп там палите. Но это уже в следующем видео. Вы увидите, как грамотно сварили его. Честно, я доволен, как он работает. И не орет. Короче, вам сразу спойлер кидаю, то, что ничего там не орет. Все сделано идеально. Поэтому, пацаны, подписывайтесь на канал, кому интересна история про Жигу. О, ставьте лайки, поддерживайте. И увидимся уже в следующих видео. Всем пока, пацаны.